Друзья канала, просто заходящие сюда. Сегодня решил я записать такое видео. Зимняя рыбалка пока не получается, пока некогда съездить. Поэтому решил вам показать то, что я получил из Казань Экспресс. Тут тоже зарегистрировался, короче, там тоже есть рыболовные товары. И показать воочию то, что можно там купить, вот именно для джига пока взял, потому что там есть и воблеры, и блесны, тоже буду впоследствии заказывать, потому что эта посылка мне очень понравилась. Ну, давайте начнем. Начнем мы с окуневой темы. Вот такие вещи заказал я. Ну, это для ловли окуня либо на микроджиг, как я тоже люблю делать, либо на отводной. То есть первая вещь, давайте посмотрим, это Ocelot 55 миллиметров, цвет масла. Но это не совсем масло, как бы, потому что еще пришел у меня каракал, тоже масло. То есть цвет, ну, отличается. Не знаю, видно это на камере или нет. Но цвет отличается, на масло больше похож каракал. Это больше светло такой коричневый, ну, подсолнечное масло. То есть данная моделька тоже не совсем машинка, но все равно цвета очень приятные. Так, давайте сначала раскроем. Тут по 10 штук. Ocelot 55 миллиметров, вот он как твистерочек такой выглядит, приятный, но запах не сказал бы, хотя и написано, что съедобка, съедобный, но есть у меня активаторы клюва, мазюкалки так называемые, мазуты, как мы их называем, пойдет. То есть для окуня вообще супер приманки, мне все понравились. То есть вот это вот у нас Ocelot. Каракал он чуть поменьше, 51 миллиметр. Он как виброхвостик, это уже что-то напоминает не тиогу, а еще у них есть там моделька. То есть широкотелый, кстати говоря, виброхвостик. То есть тело у него такое широкенькое. И, то есть тоже будет классно. И на проводке там, и на отводном, и на всем. И манул еще 51 миллиметр. Это кола. Это уже шедик. Тоже ребристый. Тоже будет хорошо аттрактант ложиться на него. Тоже виброхвостик. Резиночка такая довольно-таки, ну как сказать, мягкая, но плотная. То есть намного поклевок хватит. То есть, чтобы тут хвост оторвать, это надо постараться. Ну, посмотрим, конечно, как в воде. Но вообще, по отзывам, судя, я еще выбирал. То есть, вот окуневые приманки, они очень, ну, достойного качества там и все. И стоимость у них 110 рублей. Вот это рефлекс с Казань Экспресс. Пришло. Пришло все четко на следующий день. Это там, с этим нет проблем. Следующее. Заказывал под щуку, потому что сын у меня младший, он сказал, что хочу заниматься щукой. Теперь на джиг хочу попробовать. Вот, так мы твичили с ним, все знают. Кто смотрел мой канал, кто не смотрел, посмотрите. Буду рад. Заказал еще две резины. Опять-таки по отзывам, каракал заказал. Вот такой вот, в таком цвете зелень. То есть щуки нравятся, но сейчас я вам покажу. То есть если кто под щуку хочет резину, то есть тело широкое само. Вот. То есть хорошо и офсет цеплять, там и джиг. Но щуку лучше ловить джиг делать. Или то, что я вам потом покажу. Ну вот, пятка. Пятка здесь маловато. Резина плотная. То есть для щуки она, конечно, получше будет, чем слишком мягкая, которая на одну поклевку. Вот. Пятка маловато, но будем пробовать опять-таки.
Но вообще у меня такое ощущение, что эта приманка все-таки вот больше тянет на судаковую. Опять-таки, ну, запах нет съедобки. Тут придется пользоваться аттрактантом, но аттрактант будет наноситься хорошо. То есть, ну, приманка достойная. Но самое главное из приманок именно я оставил на потом. Это вот такие вот рыбки. То есть тут Спро фирма. Они действительно, тут написано Super Natural Baits, то есть сверхнатуральные приманки. Действительно очень-очень напоминают рыбку. И вот это, я думаю, придется щуке по вкусу. Оснащение тут может быть разное. То есть вот она сама, смотрите, как все четко сделано там. Глазки 3D там. Все. Ну, вот рыбка. То есть, жаль, у них нет разных. Если у тех приманок есть еще расцветки, то у этой нету. Только вот такая, но все равно супер. Еще посмотрю, как может быть хвост раскрасить, как можно. То есть, красненький цвет, плавнички там тоже, чтобы, ну, заметность придать. А так, отличная приманка. Я ее сейчас специально оставлю. Для того, чтобы показать, я еще тут не крючки заказал, а джиг головки и крючок с подгрузкой. Вот. То есть вот такую приманку вы смело можете брать с Казань Экспресс. Будет хорошо работать как в проводку, так, я думаю, на джиге тоже. То есть на глубинах, где видно рыбе просто саму приманку без ультрафиолета. То есть, если еще вот так вот сделать, как Щербаков там объясняет, кипяточки, попробую я обязательно одну сделать так, чтобы пяточка стала 90 градусов, немножко вытянуть, чтобы она еще больше махала, хотя она и так будет махать хорошо. Так, дальше продолжим, чтобы было все быстро. Веса я взял по максимуму у них. То есть здесь у нас 6 грамм, по-моему, написано. То есть и крючок самый большой. Это вот именно, ну, для проводки медленной такие крючки. Там, ну, такого вот джига планирующего, на травой можно проводить. Но я взял по максималке. То есть крючок острый. Даже ног царапает, а так вот прилипает здорово. Вот зачем я оставил. То есть, ну вот здесь не совсем идеально, можно на размер поменьше взять для этой рыбки. Но прожимать опять-таки будет. То есть, если вот сюда мы заводим. Да, даже вот этот вот, вот. Вот такой вот офсет. Возможно, вот на размерчик поменьше будет идеально смотреться вот с этой рыбкой. Она, кстати, толстенькая такая прям. Ну, только единственное, что запах, но опять-таки аттрактант есть, помазать можно там. То есть тоже классная вещь. Тут по размеру, тут реально большие они, крупные, вот самого максимального размера. То есть на размерчик меньше еще буду заказывать, чтобы нам можно было ловить где-то, где трава, над травой, на мелике. Она вам позволит ловить. И вот такую еще вещь заказал. У меня есть поменьше 3,5 грамма, но тут это у нас десяточки. Тут, конечно, подводит крючок. То есть могли бы они сделать, чтобы номер крючка тоже соответствовал. То есть вот посмотрите даже вот по этой рыбке. То есть он явно маловат, то есть его и не прожмет. То есть это для приманок, даже вот для данной модельки это не подходит. То есть здесь надо, ну, раза в полтора хотя бы больше. Это где-то для, ну, даже не 3 дюйма. Потому что это вот 10 сантиметров, то есть по 2,5, 7,5, ну да, где-то 7,5 сантиметров. 3 дюйма, 2,8.
Вот, подойдет. Ну, померяю потом, обязательно покажу еще не первый. Это видео, обзор такой. То есть пробная закупка с Казань-Экспресс. Я вообще ей доволен. Она удалась, то есть товар прикольный. Ну, данная вещь мне понравилась поменьше. Как бы для окуня, кто окуневый хочется, супер. Для окуня я еще буду заказывать. Там еще пиявки, черви, все есть. То есть все нормальное такое, интересное. И для ротана тоже обязательно. Вот. А для щуки, вот, ребят, кто будет заказывать, возьмите это. Это вещь. Это вот реальная вещь. Действительно классная. Ну, то есть вот рыбка-рыбка. И цена у нее тоже не особо большая за такие, ну, за такую продукцию. То есть классная. И огружать ее можно как угодно. С двойником, с офсетником, с подгрузкой, с джиголовкой, на шарнирном монтаже. То есть вариантов много. Рыбка классная.